А сейчас Тёма... А, у меня ещё... А Тёма, мой брат, его зовут Тамил, ему 6 лет, да, Тёма? Да, Тёма? Он у нас самый смешной в семье, он тоже любит футбол. Мой любимый самый игрок Неймар, а его Лео Месси. Месси. Я очень обожаю... Я обожаю форму красно-синюю и Тёма. Но больше всего мы любим тренироваться на футболе. Теперь Тёма расскажет про самого себя. Ну что ты расскажешь, Тамир? Я люблю футбол. Я хочу стать игроком Месси. И я играю на фортепиано. Тоже. И еще... Тёма, ты забыл, что ты в первом классе? Еще я в первом классе. Мне 6 лет. Ну давай. И мы на футболе тренируемся. Всё, пока. И сейчас я расскажу вам про палку. Вон наш палки, там вот этот наш современный палк, мы в нем тренируемся целый день, каждый день. Тут большие иголки, аттракционы. А дальше там, где у тебя большие фонари, это там баскетбольные эти. Ну, мы зайдем в парк и еще раз покажем, да? Давай. Сейчас мы сделаем маленькую экскурсию по наш парк. Пошли дальше. Вот этот маленький отдел, который мы катались, когда были маленькие. А вот эти большие блоки, которые я говорю, там на бутылках некоторые дети катаются. Так страшно. Не могу. Это очень страшно. А вон там, есть две классные, а есть одна синяя, а там еще одна синяя с поворотиком. Я сейчас могу взять эту бутылку и показать вам, как это страшно. И мы пока что не нашли бутылку, потому что это тяжело, потому что все дети любят на бутылках. А вон там мы играли в баскетбол. С папой мы очень любим, кто больше баллов набьет. А вон там мы всегда играем в футбол с детьми. И мы всегда выигрываем. Там все плохо играют. И не тренируемся. А мы каждый день тренируемся. А, и на этот день мы будем тренироваться над ударами и пасами. И даблями. Дабль-пас это когда ты даешь... Игрок вот так друг к другу. Ну это на двумя. Я не могу это сейчас показать ни один. Ну вот это баскетбольный, да, площадка? Да. Можно зайти и посмотреть. Сейчас там дети играют и А что у нас тут? Тут у нас играют дети. Можно сейчас им сыграть, можно? Мам! Попозже подойду. Ну, идем дальше. Что дальше? Дальше там тоже баскетбол, только там не все. Там половина песок. А рядом с песком там очень колючие такие колючки. Это кажется, что это колосок, и когда трогаешь, это колючка. Я очень много раз, когда я хошел... Поэтому по песку я всегда зацеплялся. Ну, идем покажем. А вон там мы на роликах. Как сказать? Ну, а побольше на там игроки. Я очень обожаю этот парк. Я из детства. У нас еще была собачка. Только ее уже нет. Штучки, похожи на колоски. Вот.
Вот, видите? Такие колючки. Покажи, как они цепляются на одежду. О. Да. Да уж, колючие. Один раз мы тут играли в футбол, он упал в колючки. У него все ноги в колючках были. У моего друга. Сейчас не удается увеличить. Они такие сиятовые, похожи на камыши. И у чёрника сейчас мяч упал в колючки. Так они лепошатся. Ну, пришли, сейчас тренироваться будем. Ну всё, отлично, на площадь. Ну, уже темнеет. Так что пока, до новых встреч.